идет переставка домкратами. Выбиваем тележки для того, чтобы иметь возможность вытащить второй пароход. Видно, какой отрыв. Сейчас отрыв где-то порядка 10 сантиметров. Порядка 10 сантиметров. Сейчас еще на 3-4 поднимем. Одновременно выставляются доковые тумбы, отбиваются. И будем пробовать убирать домкраты. И выкатывать задние тележки. Процесс достаточно долгий, трудоемкий и нудный, что самое главное. Вот тут хорошо видно. Он висит сейчас на домкратах. Сейчас вся вот эта масса 187 тонн висит на 4 домкратах.